Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Хочу в этом ролике поделиться с вами своими покупками за октябрь. Их немного, в различных магазинах я их совершала. В общем, если вам интересно, то оставайтесь со мной и приятного просмотра. Начну с Metro Cash & Carry, там без акции. Правда, я приобрела две новиночки тканевых масок. Одна от черного жемчуга, экстремальное увлажнение, 100% гиалурон и ледниковая вода с Полиной Гагариной на упаковке. И также увлажняющая масочка от чистой линии, 80% вытяжки алоэ вера и аква-сыворотка. Тканевые маски я очень люблю и, конечно, мимо новинок пройти не смогла. Стоимость небюджетная, одна в районе 100 рублей, другая в районе 80, но я себя такими покупками балую, честно вам в этом признаюсь. Дальше, чтобы далеко от темы тканевых масок не уходить, перейдем к Магнит Косметик. Его я посетила в день 20% скидки и всего за 63 рубля 20 копеек. Очень такую интересную упаковочку от Superfood приобрела. Это масочка с брокколи. Голографическая такая у нее упаковочка. Прикольная. Здесь обещают контроль работы сальных желез, сохранение чистоты кожи, защита от ультрафиолетового излучения, подавление воспалительных реакций, восстановление клеток кожи. В общем, обещания заманчивые, конечно, с удовольствием буду тестировать. Близится пора праздников. И я начинаю потихонечку подарочными наборами запасаться. Увидела просто потрясающую новинку от Аллея. Это набор из трех кремов для рук. Комплексный, увлажняющий и питательный. Со скидкой я его приобрела за 135 рублей 20 копеек. Это хорошая цена для этого набора, потому что в других магазинах я его видела чуть ли не в два раза дороже. Мне кажется, милейший презент, как целиком подарить этот набор, также и в качестве составных частей подарочных наборов каждый кремик можно использовать. В общем, я очень довольна этим приобретением, потому что, ну, мимимишество просто сплошное. Классная упаковочка. Надеюсь, что и кремушки окажутся неплохими. Так, вот в Магнит Косметик это, пожалуй, все. Покажу вам фикс прайс. Там я из косметического только одну покупку совершила. Взяла я за 99 рублей набор мыла для детей Нефис, завод братьев Крестовниковых. Чем примечательно? Я увидела в нашем фиксе новую упаковку. Те же самые крем-череда, крем-чистотел, крем-ромашка. Также каждый кусочек по 190 грамм. Но вы видите, поменялась упаковочка. И я как-то, знаете, спокойно отнеслась изначально к появлению этих наборов. Видела у девочек еще такой набор в старом оформлении упаковки. А теперь, вы знаете, я даже как-то задумалась и, наверное, закуплюсь еще и старыми вариантами этого мыла, пока оно у нас есть в продаже. Скорее всего, Нефис меняет упаковки. Да. Как коллекционер, меня это насторожило. В общем, обязательно приобрету еще и старый вариант. Вот, да, даже говорю, вот как-то появились эти наборы, появились. Мне еще, кстати, подруга предложила подарить такой набор. Я говорю, да не надо, у нас они продаются. А вот теперь я как-то это напряглась. Ну нет, но еще пока есть, обязательно куплю старый вариант. И так, фикс прайс это все. Теперь в Фортуну переходим. Вот появление этой новой упаковки как-то меня так всколохнуло, если честно. Я взяла еще для дам и господ три кусочка. Здесь, правда, маленький объем, по 100 грамм всего, по 21 рублю я за них заплатила. У меня были уже такие мыльца, но я их все раздарила, а теперь говорю, ну, не дай бог, еще эту упаковку сменит. Что я буду делать? В общем, вот, закупилась.
Ну и чтобы от Нафиса далеко не уходить, я вам покажу, правда, уже просто упаковочку. Появилось у меня в коллекции вот натуральное мыло хвойное, также завод братьев Крестовниковых. В общем, это единственное мыло из этой линейки, которого у меня не доставало. Теперь все, полная коллекция у меня есть этого мыльца. Приятный очень хвойный аромат, хорошее мыло. Вот, ну, упаковочка, конечно, в коллекцию мою пойдет. Далее, еще немножко мыльной темы. Увидела я в Фортуне новиночки. Я, если честно, не знаю, как правильно произнести название этого мыла. Эксе, наверное. Во-первых, это крем-мыло 1 плюс 1. Это что-то типа Дуру. Ну, по-моему, там и производитель тот же самый. С ароматом морского жемчуга. Аромат такой свежести, чистоты, приятный. Но мне кажется, все-таки от Дуру он немножечко отличается. Еще одна новиночка – это оливковое масло. Ну да, оливкой пахнет. Такой стандартный аромат. И последняя, третья новиночка в этой серии – это сочный арбуз. Такой, знаете, свеже-сладковатый аромат. Я не могу сказать, что это арбуз в чистом виде, но, в принципе, аромат приятный. По 17 рублей я их покупала без какой-либо скидки. Далее, в Фортуне. Так, сейчас я скажу стоимость. Вот у меня чек есть. Я приобрела... 17 рублей 10 копеек это мыло стоит, вот, если быть точной. Маску для лица за 58 рублей 40 копеек я приобрела. Это 100 рецептов чистоты, согревающая маска, 7 активных масел. Здесь 50 мл. Согревает кожу, улучшает микроциркуляцию. Питательные компоненты легче проникают в более глубокие слои кожи. Ну и как я поняла, это что-то типа такого, знаете, распаривающего средства, чтобы дальнейший уход за вашим лицом в более глубокие слои кожи проникал. Ну что ж, поэкспериментирую, попробую. Давно я смотрела на эту масочку, вот скидка была, прикупила. Мне кажется, что довольно-таки бюджетно. Конечно, оформление потрясающее у 100 рецептов. Я не устаю им поражаться и его хвалить. Вот такая вот очередная новиночка. Далее. У меня, ребят, беда просто. Я в своих пустых баночках, покупках постоянно вам раньше показывала спреи для укладки волос. Это с экстрактом баобаба от Yves Rocher и от Expert Faberlic. Ни в каталогах Faberlic, ни в моем ближайшем магазине от Yves Rocher я этих продуктов больше не вижу. И вы знаете, меня... В магазине Yves Rocher информировали, что спрей с экстрактом баобаба вообще снимают с производства. У меня паника просто. У меня осталось буквально в запасе 2 флакона. Чем я буду пользоваться дальше, я не знаю. И тут в один из дней в Фортуне была 30% скидка на средства для укладки волос. И, в общем, я решила, пока есть такая возможность, по более дешевой цене поэкспериментировать с другими средствами. Может быть, они окажутся для меня полезными. За 54 рубля 50 копеек, это со скидкой в 30%, я приобрела спрей для волос «Комплимент». Это солевой текстурирующий спрей для объемных укладок. Здесь 200 мл в составе натуральная морская соль и магний. Что обещает этот продукт? Он создает эффект пляжной укладки, а также увеличивает объем и плотность волос. Надежно фиксирует локоны, но тем не менее укладка подвижная и легкая. В общем, вот это как раз то, что мне нужно. Буду тестировать. Надеюсь, что подойдет, понравится этот продукт, потому что даже и без скидки он дешевле 100 рублей.
стоит. В общем, если он окажется действенным, это будет просто отлично, я буду очень довольна. И чуть дороже я заплатила за спрей вот такого же действия, такой же направленности, только уже от марки Фара. Он стоил 67 рублей 90 копеек. То есть, в общем, объем такой же, 200 миллилитров у него, по-моему, если я не ошибаюсь, да. Обещания те же самые, также он солевой, текстурирующий. В общем, буду пробовать. Очень-очень надеюсь, что выручат меня эти продукты и, может быть, даже сэкономят мои затраты на укладочные средства, потому что, ну, как вы видите, они гораздо дешевле даже Faberlic'а, которого, спрей от которого я считала довольно-таки бюджетным. Ну что ж, вот все такие мои небольшие покупочки. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, какую-то новую полезную информацию для себя услышали, увидели. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!